В городском доме культуры имени Истая состоялось награждение школьников, которые принимали активное участие в олимпиадах, соревнованиях и научных проектах. Подробнее в следующем материале. Церемония награждения Алтынсарин Дарыны проводится масштабно последние 5 лет. Ученики 5-11 классов, отличившиеся в различных образовательных акциях, получили грамоты и кубки. Кроме того, не забыли наградить и учителей, которые готовили детей к таким испытаниям. В подведении итогов этого 21-22 учебного года в этом году президент объявил этот год годом ребенка. Поэтому мы в соответствии с этим подводим итог учебного года. Награждаем детей, которые участвовали в течение учебного года в различных олимпиадах. Школа-интернат имени Алтынсарина существует уже 60 лет. В этом году она смогла войти в топ-100 лучших средних учебных заведений Казахстана. Я очень рада, потому что это мой последний год в школе. Поэтому я очень рада, что сегодня меня наградят. И я чувствую, что все мои старания были не зря, и они оправданы. Всего в школе учатся около 500 детей. Сегодня награды удостоились 106 учеников. Артур Поляков, Аман Баймбет, Иртыш Акпарат.